Да, что тебе что-то нравится? Блях ты. Ну-ка. Запыхался? Скользить, наверное, да? Было бы круче. Да ёб, ребятки! Что-то я промахнулся, Макса, да? Я из твоей черепушки миску сделаю! Так, чё, FPS упали? Зверски вообще что-то. Деньги. Долги надо. Приходите в что ты скажешь? 140 метров, офигеть, он убежал. Что-то я отстал от него. Жестко достаточно. Прошу, месье. Неужели вы не сможете перелезть через дивный виноградник или что это такое? В воду-то можно прыгать, нет? Ах ты засранец. Изящно прыгнул. Я думаю, песок там. Да как так можно? Только нашли Севера. А теперь упустим, потому что имя где-то там не значится. Надо подождать. Слишком много неясностей. Ошибемся. А если... Блях, мух! Что-то он там сказал. Ну, там внизу написали нам вроде. Эх. Арно, всего хорошего. О, привет. Мне у тебя купить надо. Круто. Ну-ка, привет. Ну-ка, привет, да? Так, нам нужно прежде всего купить вот материалы эти расходные. Давайте ядовитый газ. Не, подожди, вот мне интересует дымовая бомба. Пачки, что я сделал? А. Да, восполним все. Восполнить все. Да все, купил быстрее, давай. А, что еще? Кошелек. Боеприпасы, лекарства у нас все есть. А, так, дальше. Это что такое? Все. Так, а навыки. Ближний бой. А как нам получать вот эти вот хреновины? Забыл, слушайте. Как нам? Да я не очень понял, ну ладно. Видимо, там какие-то приемы, прибамбасы делать. Ну, подожди, снаряжение. Оружие тоже за эти штуковины. А, слушайте, вот за эти нужно покупать. Вот тебе, пожалуйста. Только давайте-ка купим, может быть, тяжелое. Из-за тяжелого оружия у нас есть какая-то говняшка. Нет, пистолет, ружье, может быть... Оружие стоит приобрести, да, вполне. Я думаю, может быть, слоты у нас есть, или как там, что там? Подождите, а это что такое? 250. Хм. 500.
500, нет, подожди, нас это не интересует. Нас интересуют пистолеты. А, вот, например, этот. Урон у него дико слабый. То есть... Давайте больше ничего не будем покупать. До свидания. И что дальше? Так. Покажем записи тамплиеров Мирабо. Но он не станет ничего делать. Хм. Похоже, ну, ты им недоволен. Как я попал это сюда? Политики все своих, это у них еще он считает себя миротворцем. Не жду совесть. Думает прекратить войну братства с тамплиерами. Закончит революцию так, чтобы все были довольны. И кошек с собаками помирит. Это плохо? Это мечта безумца. Так. Слабо, как... Новобранец. Офигеть! 6000 опыта. Но мы все еще гоняемся за мелкими контрабандистами. Потому что Мирабо осторожничает. Делассер считал, что перемирие возможно. И что с ним стало? Эх. Теперь таможня Франции может спать спокойно. Арпинон мертв. Нигер! Здорово. Так. Шантажировать знатных пленников мелковато для него? Что задумали тамплиеры? Если б не ваше проклятое перемирие, мы бы узнали. Он прав, Анаре. Мы заключали мир с магистром Делассером. Он мертв уже 2 года. Не знаю, кто возглавил орден, но он не сидит сложа руки. Если б не упустили Севера, узнали бы больше. Там был Север? Я знаю, что вы хотите сохранить мир. Но если покарать убийцу месье Делассера, это нам зачтется, да? Да, пожалуй. Но твоя вендетта и серьезная стратегия — это разные вещи. Если хочет убивать тамплиеров, ради бога. Я научил его всему. Он готов. Да. Хорошо. Ассасин. Ступай к собору Богоматери и отыщи там тамплиера Шарля Габриэля Севера. Выведай его тайны, а когда закончишь, упокой его душу, согласно нашим догмам. Си, сеньоро. Так. А, награды нам дают 2 вот эти вот хреновины. 2 треугольничка будем так называть. Так. Испытания скрытных. Давайте проходить испытания, думаю, нам будут давать что-то за это. Более хорошие, может быть, очки навыка, я не знаю. Так, ну что, вы можете датчик прожить, чтобы повторить задание, выполнить дополнительное. Вот, пожалуйста, вы можете, да, дополнительные задания. Круто. Круто. Так, ну что, идем назад. Вот это вот. А, ну это мы уже тут были, да? Посмотрим. Я думаю, мы здесь как дома, да? Что-то там интересненькое есть. По-моему, ничего здесь нам интересненького не оставили. Ой, да ладно, что, не можешь перелезть? Ну ладно, так уж и быть. Погнали. Часики не пойдет. Ладно, давайте. А, нам куда надо? Туда, по-моему, куда-то. Ой. Привет. Так, все-таки нам назад куда-то, я не знаю. Так, орлиное зрение, достать оружие. Отлично. Как ты, Арно? А, дружище, привет. До свидания. Ну, привет и пока. Ну, загрузка должна быть не очень долго, вот это вот. Хотя как посмотреть. Друзья мои. Меня удивляет, как он долго выходит из этого помещения. Да что так долго-то реально? Вот, здорово, ты кто?
награды. А что такое совместное прохождение? Полетят головы. Совместное задание не завершено. Что это такое вообще? Награды. Блях, что я сделал? Все, идите в задницу. Так. Эх. Так. Ну что, друзья, посмотрим, что тут у нас есть. Помогите ограбили! Кто-нибудь держите его! Куда он держит? О, где это? Круто. Итак, нам пора выбираться. Ладно. Поплыли, господа. Сидели. Мы не ищем легких путей. Хотя можно было и по лестнице забраться. Так, бабах. Все классно. Так, ну что? Надеюсь, нам не очень далеко придется бежать, еще прыгать. Блин, удивляюсь еще. Это нужны годы тренировок, чтобы выдерживать такие нагрузки в плане вот этих ударов. Так, ладно. Офигеть! Как он это сделал? Так, FPS растите, пожалуйста. Так, а тут что-то у нас? Ага, не хочу даже. Хотя... Тут нет никакого кола. А можно ли вообще его взять? Этот сундучок. И вообще, можно ли их убивать, этих чуваков? Нет. Слушайте, давайте попробуем. Давайте лучше попробовать, не потом не гадать, что это там. Здорово. Это они вообще легкие. Просто капец. Офигенно. Без навыка. А за что нам будут давать эти вот какие-то там штуки, которые мы сможем использовать для прокачивания? Непонятно. Хотя вот у меня есть один вариант. Ну ладно. Так. Что-нибудь интересное есть у нас? А что там светится такое было только что? Вот тут что-то. Да ёб, спрыгни ты, блях-мух. Так, ладно, не важно. А нам надо идти вот сюда. О, здорово. Так, играть. Чё ж ты все в игры-то играешь? Что делать? Что делать?
Ты уже больше не ученик. Изучай обстановку, думай своей головой. Я тебе не нянька. Блин, круто. Так вышел еще. Любая цель достижима. Дороги, живо. Где носит Дюшино? Не видишь удобного случая? Создай. Ты проверил собор? Да, месье. Скажи, Северу, я жду внутри. Возможность найдется. Только не зевай. Эй! А ну отдайте мои ключи! Форы! А если не получится, почему не пожертвовать собой ради цели, своей жизнью? Дальтаира? В Леванте так и делали. Открытый удар кинжалом, а потом быть зарубленным, да? Зато как драматично. Это не мой путь. Как сочтешь нужным, ассасин. Так, ну что? Уникальный убью секреты входы 1, входы 10, сигнальные колокола 2. Ну это вот сигнальные колокола, это, кстати, круто, но как нам их обезвредить? Ладно. Создайте возможности. Секретные входы. Один. Вот интересно, что же это за вход. Тут есть то место, на которое, по-моему, я поднимался очень высоко, я уже говорил. 30 метров. Что-то там у нас внизу 30 метров. Что это, я не знаю. Может, и есть... А, ну да, собственно, это, наверное, есть какой-то секрет. Ну что, чтобы сделать-то? И чё? Тип не прыгнуть? Ладно, давайте, если сольёмся, так сольёмся. Просто интересно, что будет из этого. Ой. Ой, стоп, подождите, а как там нажать-то, я забыл. Стоп. Ёб твою дивизию. А что я сделал? Стоп, подождите-ка. Есть. А где это самое? Подожди, а как применить аптечку, ёкарный карась? Да сволочь. Как тебе аптечку применить, ёпта? Подождите. Ребят, вы чё, офигели, что ли? Как аптечку применить? Пятерка стоит, и чё? Нажимай пятерку. А почему аптечка? Какая-то непонятная. Подождите, что ж за херь-то? Во! Супер. Так, нет, подождите, не вариант. Подождите-ка, ну-ка слезаем. Никак не хочет туда, нет? А как же я туда забирался-то? Я что-то забыл. Может, здесь, скорее всего. Да, вот тут я, по-моему, нет. Давай-давай. Да-да-да, здесь. Да,
еще вышли. Сюда. Ну, здесь наверх, по-моему, да? Ну, я так... А, вот тут, вот тут. Да, отлично. Так, а где... А здесь, наверное, вот как раз-таки... А, да-да-да-да, нет, все правильно, вот тут, наверное, вот тут, по-моему, да? Ну-ка еще раз. Да что, что делать-то будешь? Во. Нет, вообще я другим путем немного выбирался, но это тоже, в принципе, неплохо. О, отлично. Так. Ёб твою. Запретный зон, да мы насрать как-то. Не быть. Боже, спаси нас от умников. Так, а тут никак нельзя пролезть. Как вы думаете? Не, наверное, нельзя. А, давайте-ка мы попробуем. Еще ниже. Shift, чтобы скользить. Не знаю, что запретная зона. Ну, ладно. Тогда мы будем, наверное, искать более приемлемый вход, так сказать. А, более оптимальный. Давай сейчас еще полазим здесь и потом завершим. Давай-ка. Давай-давай, побежали. Посмотрим, что тут у нас есть. Ключи сделать. Да нет, нет, глупости. Ну как я теперь без ключей? Епископ с меня голову снимет. Вот ведь негодяи. Боже, что за дерзость? Ничего святого. Ну давай, и молодежь никак, пошла. Ужас. Ну ладно. Ничего святого. Нафиг. Епископ с меня голову снимет. Да ладно, ну что ты не залазишь? Ну и молодежь пошла. Ужас. Чего ты? Вот ведь негодяи. Может быть, новые ключи сделать? Нет, глупости. Так, ладно. Третий раз такое случается. Здесь ничего нету, да? Ну хорошо. Так уж и быть. А, думаю. О, как мне быть, как мне быть. Что-то он не допрыгивает до тут. Ну сейчас допрыгнем, давай. Боже! Назад что не за хочешь? Дерзость? Ничего святого. Чё ты не прыгаешь, ты чё ты трясёшься? Как мне быть, как мне быть? Третий раз такое случается. Ну, нормально. Сюда давай. Ну и молодёжь пошла. Ужас. Да. Боже, спаси нас от умника. Ну, здесь тоже, в принципе, ничего интересного. Ой, не качай. Ладно. Ну как давай, я теперь прыгай. Без ключей? Епископ с меня голову снимет. Да прыгай ты, ёб твою дивизию, а. Новые ключи сделать. Да нет, нет, глупости. А, в третий раз такое случается. Как я залез? А. Епископ с меня голову снимет. А, с ним на меня напали грабители и отобрали ключи. Как мне чистить водосток, если я не могу попасть на крышу?
На меня напали грабители и отобрали ключи. Как мне чистить водосток, если я не могу попасть на крышу? Ну, я думаю, он про водосток, может, что-то говорит. То есть нам, может быть, туда как-то спуститься. Ничего себе. Твою Ан, засекут, пофиг. Совсем обнаглел такое передо мной выделывать? Я тебя в преисподнюю отправлю! Я иду в мылку с твоей морды быстро сотру! Просто голову оторву! За революцию! Ладно. Ладно, друзья, продолжим в следующей серии.